Это не Земля, это другая планета. Такая же, как Земля, но не догнавшая ее лет на 800. Подобных планет было несколько, это было поближе и поменьше. Кроме того, здешние серые замки привели к мысли о начале Возрождения. И три десятка ученых забросили сюда. Но Возрождения здесь не было. Была реакция на то, чего почти не было. Здесь, в Арканаре, столице Запроливья, реакция началась с разгрома университета. А так как университет был еще и образом мыслей, охота шла за образом мыслей. Умниками, книгачеями, талантливыми ремесленниками. Кто бежал, пробираясь к границам соседнего Ирукана, там было полегче. Кто сломался, кого казнили. Казнили летучие отряды министра охраны короны Дона Реба. Из гуртовщиков, лавочников, все в сером, серые полки, серый рот. Сам министр в сером. Все под цвет местного строительного камня. Кстати, дрянного. Ну, Дон, Дон. А королевскую гвардию как-то оттеснили. Ничего не ударено и не ущиплено даже. Бедность, бедность. Бум-бум-бум. Ряб, 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 ряб. Бу-бу-бу. Ря. Ну. А вот. А камушки белые плоские были. Это грех. Крыша берет. Дожди здесь были короткие, липкие. Туманы же напротив долгие. Они приходили из залива и в залив входили. Во сне он часто плакал. Это он убивал. Во сне, конечно. Убивать ему было нельзя никогда. И тогда он слышал голос бабушки из детства там на земле. Инфант плачет. Она затягивалась, она курила. Детские слезы, вода. Это все фантазии мальчика. Бабушка дула ему на лоб, но это несло из щели, которую он давно велел задвинуть сундуком. Он пытался прилепиться к простыне, но все равно просыпался. Внизу в его огромном доме замки дымила печь. Несмотря на запреты, громко перекликались рабы. И был он не на земле, а на другой планете, благородным доном в 17-м колене. Незаконным сыном местного языческого бога Гарана, рожденным этим Гараном из собственного Зева. Кто-то верил, кто-то не верил.
Но опасались все. Черепаху накормил кретин. Сегодня мыши сало слизывают. Слизывают. Опять в моих сапогах ходишь. Так получилось. Все-то у тебя получается. Сапоги на столе. Повешься. Что? Повешься. Thank you.
нету мышей осенью. Га-га-га-га. Картина. Иди. Потерял. Зубы как-то без зубов. Ну-ка, ты головку вперед пусти. Кусается, как хорек. Вот под свиньей нашел. А буквы-то ровненькие. Чудненько. Я? Пошли, пошли. Тю. Сейчас. Что, вонючий? Помнишь, как 40 лет назад ты назвал? Ну! Вот давай так. Ты назвал мою книгу. Не помню. Пометом птицы сил. Не помню. Не помню. Ты чё? Ты чё? Ты чё? Ты чё? Сорок лет жизни. Успел же, успел. Погулять пошёл? Погулять. Что? Наша труба! На! Хозяин! Там внизу умника! В сральник! А этот гад! То делал ножками так, потом так! Буль-буль, я рядом стоял! Смешно, нога торчит! Верни трубу Дону! Ты хрюк! Денежки счет любят!
Отнесешь сам до сейчас. Эту порт и продам. Дон. Урод! Вор! Корень, корень. Каждая осень одно и то же. Ну, что скажешь? Держи. Ну, вот. И не брал блестящих шило, ты же знаешь. Он разверекли. Ветер поменялся, потянул гнилью. С трех сторон город окружали зловонные питанские болота, не имеющие дна. И все равно ночами, освещая каждый шаг щепочкой лучиной, ползли отсюда к границам соседнего Ирукана такие, как этот, только что утопленный книгачей. А там восставшие мужичи одноглазого Арата Горбатого или беглые рабы соловянных рудников, прозрачные, как мотыльки. Или серые солдаты полковника Кусиса и выкуп, а нет петля. И все за то, что из камня или краской создавали вторую природу для украшения жизни, не знающего красоты народа. Или за изготовление стекол, которые позволяли полуслепым видеть или зрячим приблизить небо. В таких каменистых островах Румата прятал тайны вывезенных им из Арканара умников. Это что все? Летать учимся и все больше вниз. Благородный Дон, заберите меня отсюда. Радость-то какая, а вот наш ангел же. Сюда же должны были привезти из Рукана лекаря по имени Будах. Трезвый логический ум, сформированный этой цивилизацией. И просто собеседник Руматы в длинные арканарские вечера. Но Будах пропал вместе с конвоем. Совсем от него отобил. А вот зверь по железным хвостом. Все уж нет такого. Но... О! А! Падаю! Брюква! Брюква! Так я... Это я сейчас сам... Выдох. Ой, а? Чё? Блин, всё лёд. Вот. У тебя даже птицы здесь пьяные. Монетка! Убью! Убью! Точно! Убью! На. Бей! Бей его! Где на он? Еще раз свалишь это пойло.
А, почему доска? А, потому что осень. Да, да, да. Опять осень. Белая, белая. Нестерпимо. Ну, надо же. Этот мой балбес синтезировал спирт. А? Ура! Ура! Жаба. Первый на этой планете. Да, да. Что там? Леонардо! Да Винчи. Здесь же собирались земляне. Приезжали все реже, пили все больше. И раздражались друг на друга. Вот я тебя люблю. Ладно, а от меня нет. Не слушать. Не надо его знать. Народные доны, ну-ка нахер, нахер все, президент короли. Че стал на дороге, за шубу говорю. Ой, да. А я вот, понимаешь, мальчишку знаю. Он один, я один. Мальчик-вор, мальчик-вор. Он сирота, будет нас двое. Слушай, я сегодня во сне землю опять видал. Сны-сны. Дивные, приездом. Ле-ле, ле-ле, хомаркина, хата, бататцы, бичи, там я, твой Будах пропал вместе с офицером, теперь его отц... Будах ты, достал. Хитрый. Дай салку сюда. А мальчик добровольно записался в осведомители. Взрывная. Скажи ему, что он отвалил и замолчал. Понял? Понял. Так. Даже справедливый гнет. Золотая земля. Ну, здорово, старый жопа. Ну, давай поцелуемся. У тебя во рту муравьи, на, жри. Капкан, я говорил. Сколько раз говорил, говорит. Пашка в капкан попал. Всем известно. Не тычьте ногой помойки. Кабани капкан. Снимается вместе с ногой. Давай нож. Дай я тебя пою. Дай я тебя пою. Сволочь. Яду хочешь? Хорошие отзывы. Слушайте внимательно. 20 лет... 20 лет назад у нас один мудр объявил эту вспышку искусства здесь возрождением. Надо ты сраный планет. Ну ты. А я посмеялся. А ты написал, что я мерен. Ну, мерен, мерен. А где искусство? Где возрождение? Нету его? А вся жизнь. Хорошо, а? Хорошо. Я ошибся. Ну ты прости, я виноват. Ну хорошо. Так, слушайте все. Я приехал сюда, без конвоя. На меня напал голый беглый раб с шахты. Вот он, душил меня. Да это прыщ. Прыщ. На обратном пути я один. Стрела в зрачок, и я убит. А ты перед смертью не хочешь меня простить? Вот он перед смертью не может меня простить. Ну, ну давай поцелуемся. Ну, ну давай. У этого года целый русский конвой. Брали ты. Вот. Я не вру. Я Мюнхгаузен. Что бы вы без меня делали? Чужие дурачки на чужой планете.
Мешок где? Кожаный. Там кричит птица Сиу, которую никто не видит. Да твое сраное возрождение – это самая коварная эпоха в истории Земли. Зураб! Зураб, это лучше. Ночь, тишина. Нет, не ко мне, к другому, ну. Нет, не ко мне, к другому. Мокрый зонт прошелестел. Хочешь? Да. Надо же. Совсем охренели! Птица Сиву, которую никто не видел, ворует серебро. А рассекут слог. Справедливо? Да нет, такой птицы дурак. Мога стоял на бочке и видел ее тень. О, да ты что? Никто не видел, а много видел. Чудесное. Только счастья пока нет. И они летят на болото, Дон. А если полить голову чешуей, то они садятся и выклевывают глаза. Вот. Один табачник очень умный человек. Он... Раб. Так или так? Ты... Сегодня дальше не пойду. Так или так, приятель? Не пойду, тяжело. Ты еще как пойдешь, иначе высеку. Хозяин, ты этого не сделаешь, ты добрый. Ты ведь бог. Еще как высеку. В кошмарном сне не снилось. Да. Когда я умру, не бросайте меня в залив. Похороните в земле. Хоть в коровнике.
Эй, подожди-ка. Эта терраса горбатая, казалось, просто сгустком болотного тумана. Всегда был уверен. Как только вынести святые мощи вашего... Пердон. Божественного отца, он тут же сам растворился, и все его пьяное мужичье. Почему я плохой поэт? Отвратительный. Ой. Как лист осенний падает на душу. Принц и варварка, так? У меня есть книжка. А я жок. Ну и дурак. Дай дернуть. Стрелок-то пьяный, уберите стрелка. Ну и там монахи, ну-ка покажи, красавица, свой зад. Мы молодые аристократы, обратное дыхание сами не здешние. Буду правильно утопили в нужнике за такие стихи. А я не хочу. И ты считаешь, что у него плохие стихи? Принц сегодня плакал? Нет? Крепкая. Плохо, конечно. Я тоже не вижу. Какие яйца. Пардон. Ой. Ну что, слепой? Бонурмат разрубает двойной саранский доспех, а этот устоял. Нет. О! Арбалетчик ты! Ура! Пал, куда? На. Будух, через мою канцелярию не проходил. Полковник Куси составил армию. Они с Дона Рыба в лиловых покоях. Угу. Говорят на вашем языке. Угу. Невероятно. А вы покажите ему святые мощи моего отца. Может, он исчезнет? Никто не исчезает, ни Арада, ни этот. Я думал, вам интересно. Мне очень интересно. Капитан охраны короны. У него руки в крови и весят в крови. Так было всегда. И так будет. Таков наш примар по габарям. Быстребаны. Благородный дом. Я весь воня. Я умру? Умрешь, умрешь. Прелесть. Страх смерти. Это ересь, капитан. На, держи. Да. Великий Бута тоже вонял, потому что допился до того, чтобы ходил под себя. Варварки тоже вонял. Ну что? Ты что, интересно начал что-то с этого? Гул затих, я вышел на подмостки, прислоняясь к дверному косяку. Я ловлю в далеком отголоске. Гул затих, я вышел на подмостки, прислоняясь к дверному косяку. Я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи. Кто это написал? Я. Сумрак ночи — это вечер, но я могу с тобой позаниматься за монету. Тю-тю-тю-тю-тю. Эй, длинный. Министр охраны короны Дон Рэбе. Позвольте. Иди, иди. Ловил наш Дон Рэбе, охрана короны. Мы ему папаша лед возил. Босиком. Ух ты. Ромат, ну ты чейся, а? Дай глотну. Просил папа, чтобы мое вино не кисло. Ой, собака, пёсья собака, собака, собака. А ты? Ваше Величество. Не стало меньше. Нет, не стало. Прекрасная головка. И кто? Мясник. Дон Рэба велел. Пум-пум-пум. Дон Рэба, вы? Я полковник-финансист. Серого мужичья понапихали в дворец. А где Рад Горбатый? Он теперь, оказывается, не жаж. Ха-ха-ха!
славен, словно вечность, король Гаэля. Всем я леть! Бью в ноздри! Вот тебе повешусь. Ой, ой, не может быть. Надо же, какая вонь. Дон Рэба, вы бы зашли ко мне помыться. У меня такие удобные, большие, железные бочки. Лучше вы ко мне. У меня веселые башни, такие чудные бочки. На угольках с крышкой, как без воды. Отличные бочки. А, аромата. Ты впрямь рыжий. Рэба, ты же давно обещал его удавить. Все ты врешь, ну что ты умеешь? Это не кровь королевская. А это надо узнать. Ты что? Да все он умеет. Половину ваших подданных удавил. Слава. Я тут одного лекаря выписал по имени Будах. Коленки болят. Вот куда он его дел? У тебя, брат. Что? А вот. Ну давай. Маршал Тотс. Ни за что. Здесь написано: «Орел, наш рыцарь Дон Рэба». По всему Арканару продается, на каждом углу. Че, рыцарь? Ты рыцарь, что ли? Да что они там напишут, я не знаю. Ну-ка, покажи сапог. Шпора. Снимай. Фу. Ты где твой лекарь? Где-где? У рыцаря. Хорошо, если не в бочке. Э, тащи. Без сознания, хорошо? Давай. За без сознания ответит. Похихикайте. Понимаешь, ночь, и кровосос падает с потолка. А это скользкое. Понимаешь, соскальзывает и ничего. А попробуйте варварку. Ты что? Откусит, как у одного. У него раньше такой был. Дарю, бери, потом расскажешь. Вот он. Будах как будах. Будах и будах. И все тебе не так. Сейчас и будах будет не будах. И ничего я не умею. Это был не будах. Это был коновал из Чумного порта. Ты не будух и не лекарь. И письмецо у него ваше. До дромата. С печаткой. А зачем пить? Все же натирают. Зачем пить? Все же натирают. Зачем пить? Ромата. А ну пей. Они миг святого братства продали эти рыжие. Кыш. Его следует удавить. Стрелок, ты пьяный? Рыжий, говоришь? Не забыли? Вы дежурите ночью у покоев принца. Разбили. Ну как теперь жуть? Ах, Лен, Лен. Ну
Ну-ка, сыграй, что я учил. Проросла собачка. Все, дожди. Дон, купи для меча. Слушай, только. Гляди. Дим, как ты правильно, Дон? Ты чего? Грешно вам. Петь. А жена бы попросила. Красота. Там. Здесь теперь серые живут. Храбрецы их шкварками угостили. Эй! Обнюхались. Знак мира. Перед святостью не шути. Так ожиры. Ожиры. Что в мешках? Я проверяю шерсть. Ага. Кусай. Познаешь муки. Муга.
Чего ты орешь? Я тебя дома выпорю. Третья семья уезжает. Отдавай! Третья семья уезжает. Да, с дороги. Задушил. Чё моё? Не сад в каретке. Речи и суд. Кто придумал? Говорят, ночью погром будет. Умника презать будут. А деда оставили. Очень-очень умный человек. Табачник с табачной улицы. Очень-очень умный человек. Ты на хлеб курс убери. А то это сопрят и сожрет. Хозяин! Прямо. Вода, вода. А святой Мика утонул в воде. Вот такой табачник с табачной улицей. Я. Очень умный человек сказал. Чё? В холерную яму захотел. Кому я про микробов весь вечер рассказывал? А до игры сейчас не смоешь. Я 3 раза ночью молился. Чё ещё? Что? Он сейчас в бочке утоплю, вонючка. Что? Не лезь. Давайте. Давайте воду. Тьфу на твои крепки. А таких вот... Эть. Ой, дурак. Ну, дурак. Где Рыбина влюбилась? Там хихи. Ага. Обед двойной. Чего? Он виноват. Он открывал. Да. Так вот, табачник с табачным лицом очень-очень мудрый человек сказал. А, такая. Кто-нибудь еще видел? Да видели все. Она стучала, я открыл. Он виноват, он открывал. Тверди. Чё? Хозяин, продай его, жалко. Так вообще-то приходит серый. Здорово. Мыться. И не хихикать. Да. Барахло какое-то. Зачем? А? Это как? Да уж как-то так. Это не я придумал. Сядь. На улице дождь. Или не садись. Мокрое все.
Дождь. Ты чего? Садись. Возьми меня за ухо. Сожми. Сильно сожми. Сильней. 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 Если мне будет больно, я не буду думать. И скажу. Брат вчера вечером пришел с казармы и увидел мои подмышки. Стал раньше рыжая, потом палкой задрал. Платье, юбки. Стал показывать солдатам своим. Все показывать стал. Показывал, как что у меня там. Орал, что мать моя тоже рыжая. Я вся рыжая. Он меня сдаст сейчас веселую башню. Брат уже как командир кулака серый. Нет, мешает. Друзья всякая хороша, я вижу. А еще не будет. Сделай, без пены. Ничего не сделали. Брат хотел, как у тебя там на картинке, но он не пьяный был, ничего не мог. А ночью привели умника и били всю ночь. Он орал. Резали. Мы с отцом в сарае плакали. Да. Да-да. Уезжай. Пришла мешок вот такой, а теперь во! Чёрт! Фу! Вижу. А кажется, что не вижу. Мяу. Почему ты ходишь в моих сапогах? Тебя отведут в порт и продадут. Стой. Нагнись. Чё ты орёшь? Чё ты орёшь, придурок? А? На, держи монету. Да кто тебя бьёт? Кто тебя бьёт? Я их пальцем в жизни ни разу не тронул. А я буду. Ни разу в жизни пальцем их не тронул. Придурок, а? Орёт. Ты слышишь, как он орёт, а? Пальцем ни разу не трогал, он орёт. А? Дурак он хитрый. Ну, надо же. Чё тебе надо? А? На, забирай. Чего? Ну и пахнет. Глаз вот плакала. Ты меня солдат. Иди в жут! Кто это сюда засунул? Все, пошла. Зачем? Куда пошла? Наворовала. Наворовала? Здесь ты уйдешь. Поесть ты уйдешь. Если ты уйдешь, то мой друг, Дон Рэба, я тогда и вовсе останусь один. Если не считать тебя, красавица. Мне ведь здесь, я никому не по зубам, любого могу сломать. А я никогда не рассказывал тебе про клыки, а? Вот если бы я мог подарить эти клыки тебе, тебя бы уже никто не обидел. Ты бы любого загрызла до смерти. А, ну, дура, ну, дура. Есть. Петелька. Я боялась, что у тебя нет, как у святого Горана. Заткнись. У меня в животе будет много рана. Вот мои клыки.
Ну, пожалуйста. Момент, ключ. Сиди. Ага. Сейчас. Все, пожалуйста. Что? Да почти вышло. Это ага, ври. Ага, Тагаран ври. Упал. Ну что, смешно, да? Да? Разыгрался. В коровнике играет. Вот. Что? Где засов? Чего? Ваша милость. В затоне, говорят, видели мужика. Мужика с жабой. Это что? Ну чего? Пифа. Или обижен на меня? Да, ну. Мне очень тяжело. Эти серые, как клопы. Вот еще. Барон. Что это? Нужник святого Гая. Оп. Я пригласил соседей. Напились, как полагается. Да и нет, барон, я иностранец. Я не умею это. Да ну не я. Вон молодой. Иди сюда. Вот. Понаехали соседи, всюду гадят, калечат собак. И все галдят, что вы где-то там разрубили двойной санский доспех от макушки. Это вообще все слухи, барон. Что вы видите? Очень тяжело. Может, отвезу домой? Идет. Санцы вообще маленькие. У них доспехи хрупкие. Все дело в задушке мечей. Я вас научу. Я первый меч империи. Вы лучше меня. Ну, а где я его возьму? Ну, вы же никого не убиваете. Вы же никого не убиваете. Ну, где я возьму санский? Принесли доспех дедушки баронессы. Вот такой толстый. Ну, делает так, и так. Это с двуручником. И тут ходит баронесса. Какое такое? О! Сутки проскакал, как в тумане. Все дело в заточке, барон. Я покажу. Смотрите. Все проще простого. Просто выбираешь середину. Да? Вот. Дальше. Берешь. От кисти рубишь. Я добавляю плечо и корпус. И больше ничего. Так. Берешь. Идет замах. И все. Давай. Она думает,
Я здесь гнию от воды. Не сгниете. Ну что ж ты так думаешь? Не видел я. Ты. Размерчик чего? Ветром снесло. Смешно. Тут чистые скатерти, чтоб заблевали. Что, вот этим вот можно драться? Поверь, я что-то. Нет, нормальная толщина, нормальная, все получится. Да, барон, я вас умоляю. Давайте. Все. Кисти добавляйте, плечо и спину. Да. Главное, садишься. А? В оградном доме это очень-очень дорогое кресло. И тоже от дедушки. Теперь чистая? Я, две. Не разрубит он. Ни почем не разрубит, да. Вначале показалось. Да? Опа! Как это? Кыш отсюда! Простите, дружище, служба. Баронесса не видела. Раздайте, барон. Вот что это такое? О, все. Серый мужичье. Ну, повсюду. Ну, как? Ну, вот что? Эй, молоко. Вот пор закрыли, а мясо на галерах тухнет. А не знаю зачем. У меня для вас страшная тайна. О. Этот лекарь у короля, а он не буду. На самом деле, он в порту при холерной яме. А буду. Рыба любит молоко. Нет, благородный друг. Рыба не любит молоко. Рыба любит молоко. Да нет, Чикварева. Рыба не любит молоко. Рыба любит молоко. Да нет. Давай договоримся. Рыба любит молоко. А я капитан охраны короны. А, да. А что сипит ваш барон? Это пивная бочка. Так у меня рядом. Так. Рота галантерейщиков. Ну и будете увозить галантерейщиков. Будем, мальчик. Скончание века. И все. Рыба любит молоко. Рыба любит молоко. Рыба любит молоко. Любит. Любит. Любит молоко любит. Почему я тогда у тебя в лесном списке?
Есть душа, нет души. Я окорок спер, сказал, что для тебя чудная вещь. Послушай-ка, бессильный и неумелый, отойди. Бессильный и неумелый, опусти слабые руки, не зная, где сердце у спрута. И есть ли у спрута сердце? Что, плохо? Почему? Хорошо. Ну, чем ты лучше? Что, повариху подарили? Сходи, купи мне бочку вина. Тебе не надо вот так подходить ко мне. Ты попадешь в веселую башню, тебя не довезут, ты умрешь по дороге, потому что ты трус. Убирайся из города. Уеду к маме. Убирайся уже. Барон. Куда крутить? Буду крутить. Барон. И буду загораживать. Барон. Да отойдите вы. Барон, вы нарушили третью заповедь. Какая такая заповедь? Какая? Не обнажай меча в таверне. У меня нет другого меча. Иди домой быстро. Рад, что мне не видно, Баронесс. Победа? Да. Напиши ей, я не умею. Она там одна. Севастарского. И самых хороших шлюх. А мне будет прислуживать пожилая, почтенная женщина. И очень тяжело. Напиши ей, чтобы она почувствовала. Арата! Очень строгий офицер. Очень строгий. Ну. Заворачивайся, Сузы. Здесь не ездят. Холодно. И что же? Ты что, собака, пушмура? Я из этого... Ah!
Сейчас. Путь! Путь! А я... А? Ты что, совсем... Чуть-чуть. Ливану. Чего не пришел? Принцессиски грызет жуть. Слушай, давай я аромат помурлычу. О, у тебя какой? Пустите без контроля. Затем взял один цветок. В саду таинственном. Сюсю. От него жена сбежала из этих пум-пум, урод. Кровь из ада, к чему? Второй день. Вельможа должен быть чист и благоухать. Да сплю на чердаке. Мыши, мыши. Батый сторожки, вы арестованы, ваши мечи. Да. Ага. Что? Не пукни. Эй, ваши мечи. Да бери, 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 Бурмат, что хочешь. Бурмат разрубает двойной саанский доспех. Отдайте мечи. Острые. Отдайте ваши мечи. А, ну что, деревенские? Отдайте мечи. Мечи отдайте. Все приехали. А я его видел на... Я узнал. Он украл у меня шубу. Ну, ну что, давайте вы мне шубу, а я вам мечи. Договорились? Давай, давай, давай шубу. Давай. Копья! Ну, дайте. Ну, так без замаха никто не держит. Вот так. Так, так.
так. Отдайте мне. А сейчас смотрим все на кончик носа. Какая жена! О, лейтенанта зацепили. Руки торчите, не ноги! Лейтенант гвардии, выпустите рука! Меня! Рука! Заборю, дядька! Я лейтенант гвардии! Меня свет! Я заборю! Мечи! Мечи! Потерпи! Этот вылезет сейчас, начнет махать. Без зубы. Я тебе это все-таки отрежу. Ну что, толстожопый, давай тащи куда-нибудь, урод. Дон, никак, а? Не зря ты, лейтенант, обоссался. Я лейтенант Королевской гвардии. А? Сеть. Чайно. Пока-то! 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 Тьфу! Еще сюда! А вот и Дон Румата, наш давний и последовательный недруг. Давно пахнет. А королевский отравитель? Не болтай, повесить, что же еще? Дурак ты, Кусица, живой покойник. Очень интересная мысль. Притом. Ну вот и все, господин мой. Так. Эй, уже! Что? Такого не кусит! Хорош. Печать возьми. Зуб кусится, смотри. А вот теперь действительно все, государь мой. Комфорт печали. Не только худо, сынок, что ты лейтенант.
Не надо. А то ж ты серенький. Не больно ведь, не больно. Дон Ромаш, а вы там что делаете? Чего? Тряпочку. Да, руку дай, Дон. Солдаты. Десерт. Все, все, все. Какие? Благородный, Дон Ромаш. Провоняло. Благородный, Дон Ромаш. А может, не Дон? Мой трофей. А может, не благородный? Ну, дед, ты даешь. Совсем ополоумел. Прямо из рукана. Примехонько. Кто это? Это вы. Вообще-то Румат Истовский последний. Умер от дурной болезни. В возрасте 85 лет. А вы у нас 20 лет. Ух ты. Внук-то рыжий. Ему можно. Да, сейчас. Даже мой. Все твои документики. Румата, тебе 105 лет. 105? Ему 105 лет. Да как же, а? 45 в уме. Не получается. Слышь, рыцарь, иди сюда. Что? Одной легенды больше, одной меньше. Какая разница? Фу! Ни за что! Никогда! Никогда! В новом государстве никогда. Почему на полу насрано уборщика? Порой. Фу, утка это. Дон Румато лучший меч империи. 186 дуэлей и ни одного убитого, только уши. 372 уха. Здравствуйте. Здрасте, здрасте. А ведь уж действительно очень больно, зря вы не верите. Какой жук ты, а? Ну-ка, если... если мой меч за ночь с правой стороны, он сначала проходит по волосам, он мешает. Нет, оставьте меня, что вы делаете все время, ужас какой-то. Знаю, откуда твои приемы боя. Сейчас тебе нельзя. Мальчик, лучше до себя, наверх. Я нечеловеческий. Дурак ты. Покажи-ка мне уши. Испугался. Я никого не боюсь. Испугались. Помоги ты. Смиренные дети ордена высадились ночью. В Арканарском порту их 30 000. Серых, возомнивших о себе, больше нет. Мужиков Арата Горбатого вешают долю ручь. Решить представиться. Наместник ордена, боевой магистр Заполивья, островов и прочее. А? Здорово. Сапог магистра.
Ты даже представить себе не можешь, на краю какой огненной бездны ты оказался. Смотри. Ты что, это ж запух? Воняет. О, это понимать надо. Это же пустяковое дело. Каждую ночь к тебе приходит человек уже 7 лет. Ты ведь заказывал колдуна, чтобы избавиться от него. А это сделать невозможно. Не ври, говорю. Ты обматывал голову шкурой. Но ведь это ересь, пойми. А человек открывает глаза и смотрит на тебя. Ведь так? Ерунда. Ну, скажи, ведь так, да? Ерунда. Так вот, когда человек открывает глаза, да, он говорит: «Дядь, тебе нельзя! Дядь!» Ты орешь так, что твоя старуха ссытся. Так я говорю. Иди сюда. Ссытся. Так вот этот вот человек с глазами, да? Это я. Иди отсюда. Ну, тазик побольше и тряпки. Сапоги, шнура Возможно, вас извергла бездна. Возможно, вы сын Бога. Сам затрудняюсь. Там мышь. Уйди. Там мышь. Что? Тоже. Здорово. Я больше не могу. У меня лопнет голова. Фу-пшу! Я впадаю в ересь. Мышь тоже мокрая. Ей тоже страшно. Я человек широких взглядов. Я мог бы. Так смоги. Так смоги. Только сначала научись прыгивать с моей дороги. Я сказал, уйдите отсюда. Оставьте меня в покое. Так надо. Так надо. Дай. Так. Хорошая клизма. Большая, Дон Рыба. Прошу прощения. Высший знак ордена. Это вам. Это вам. Все, что хорошо. Все, что могу. И буду духа своего забирайте. Угу. Ты тоже ступай. Я тоже? Конечно. Да. Три пуда дерьма! Объясни, чтобы я мог заснуть. Зачем тебе эти бесполезные, никчемные, вредные для любого государства людишки? Книгачей. Понимаешь, что я с тобой разговариваю, еще не означает, что мы беседуем.
Что ж ты такой тухлятиной накормил? Из караулки. Брысь, брысь. Ваши вещи, Дон. Еда всякая хорошая, еда. Нет, так и не так. Магазин. Это был орден. Смиренные его дети. Лет 200 назад орден владел Запроливьем. На счастье, случилось не то чума, не то сап. Обескровленный орден уполз к себе на юг и догнивал там за перевалами. Так нет же, оправился и здесь. Беспощадные, как бразильские муравьи. Ведь думал Румата послать туда хотя бы Муму. Да так все. Ну, у тебя вещей. Эй, на-ка, на. Руки, руки вытри. Дон, попей молочка. Самым умным. Гор. Да уберись. Лага. Уже не колесо. Чё ты говоришь? Да пошел ты! Зачем что ли? Ух. Шикарно. Да-да. Синие листья. Помост засрали. Твои осенние листья. Да. О, сапоги. Шкура погнулась. Выклюют, не выклюют. Какая разница? Чего шуршат? Ветер да ветер. Место чудное. Хочешь поэт сюда перевешу, а? Дон! Я вас сразу признал! Монахи поставили клеймо! Теперь я принадлежу вам! Тру-ля-ля.
Ой! Не сердись, Дон. Съешь лучше картошечку. На. Ты что, не слышал, сколько я ушей настрогал? Слыхали, слыхали. Это же больно. Кин! Вон тот маленький зонт, сюда. Уши, уши. Смешно, просто смешно. Подходящее ухо. Взрослый человек, а? Вытрусь, отдам. Пусти, жаву. Пусти. Да нельзя этого делать. Ой, ой. Да, ой, ой. 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 Закрой. Ой. Ну, с трех лет так на цепи. Ну, зачем? Зачем? Отпустишь, сдохни. Во! Я тебе сейчас... Что я сказал? А мешки-то, Дон. Он пальцы смолу его. Я корову боюсь. Варя, что упал? Упал. Родился с губой. Упал. Упал, упал. Запомни, упал. Запомни, упал. Возьми. Ничего не скрывай. Вали все на рыжих. Не спорь ни с кем. Да слушай ты меня! Думаешь, ты один? Усвоил? Грамотей не есть враг. Враг есть грамотей, усомнившийся. Эд. А? Что надо? Запомни. Во имя ордена. И всего.
Дона нас пропустил как гостей. Забиваем. Ноги раскорячат она, а это на пружине. Клочья. Ну, в клочья. Не докашляла девочка. Орден. Ну и напрудила, ну и напрудила. Со шпорами. Благородный дом. На чем вы руки-то? На нем. А Вага выпускает. Да он тут. Вот радость-то какая. Приятность для всех. Вытри мне висок, а? Что? 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 Сгинь отсюда. Мысль вошла в голову и улеглась, не сдвинешь. Надо убить Дона Рэба. Убить и не думать, что будет потом. Ну и что у вас тут? Нас здесь порят. Румат. Да. А меч твой где? В окошко стал. Благородный. Понятно. А у меня распустился куст. Такой красоты куст, знамение. Да на хлеба зимой на лопате катал. Видишь, как вольно дышится в новом освобожденном Алтанаре. И оно подешевело. Зачем соль? Легко тебе дышится в новом освобожденном Арканаре, а? На. Я табличку потерял, есть и потерял. На, засунь зайцы. Да не в эту. В свою. И постарайся сделать так, чтобы палач это увидел.
Ладно, на ладно. Всю жизнь. На всю жизнь, Рома. Ладно, я сказал. Снимите шляпу. Но бароны Кео всегда имели привилегии. Для ордена нет привилегий. Всем тяжелых роз. За что тяжелых? За невосторженный образ мыслей. Давай мне Будуха. Да я сам. Вот ваш лекарь. О. Молодец. Про ушки помнишь, а? Нет? Да уж. Ягодка. Оставьте мне. Там все воруют. Это не надо совсем. Дона в заднице потешенный, как ужав. Как твоя рожа. Черт, я смотрю. Барон! Как хорошо, что я вас нашел. Позвольте, это я вас нашел. Барон, что от вас так... Скрючил. Придворный барон должен быть чист и благоухать, ведь так? Чего? Что это с вами? Тос. Лопсу. Как же я рад, что я вас нашел. Зачем ты пил? Когда вас арестовали, я прибежал сюда. Здесь были тысячи черных. Я их бил, пока... Барон. Пока... Боже мой, какой же... А потом на меня с моста сбросит корову. Корову. Ну-ка, ножку, барон. Сейчас. Отожму. Как будут трещать их жалкие черепа под ударами наших баронских мечей. Вперед, барон! Моу! Ну вот вам Будых. Моу! Никакой не Рудых.
Живёхонек, кушает по дорогу и выглядит нормально. Вот, и зубы целы. Вы есть, Буда Хурманский? Бу! Барон, это Будах. А это... Это я его знал. Зачем? Барон! Во-первых, имя какое-то собачье. Во-вторых... Во-вторых... А что? Что я сделал, что-то не так? Это же своими руками. Да последние железки. Все это. А теперь покушай, прихожу. Хреном! Тьфу! Барон, пилочку бы, пилочку. Ты раздавишь меня? Дружит? Гав-гав. А? Барон, вещи сразу налево. Ступай, солдат, сынок. Не смей смотреть рукой. Утю-тю. Ой-си-си-си. Барон, или благородный Дон, который позволил себя высечь. Барон вещи. Огонь небесный. Да не перди ты, Дон. Благородный друг, у меня не стали какие-то тощие ноги и белые. Чудные, чудные ноги. Че ты меня нюхаешь? Задумался себе. Да вот он я. И лоб чудный. Я, оборот, знаешь, какой? А ты умник. Вот он научит меня читать, я тоже стану умником. А ты, бароном, не станешь никогда. Если бы простой и смелый прит. Прости, Гавга. Мой друг, дайте ему денег и побольше. Я? Так, у меня еще ребра не сразу. Сейчас закроют ворота и нам конец. Ну как закроют, так и откроют. Я умоляю, не надо ворот. А если вы проснулись? А ты познакомь меня с этим лейтенантом, который так беспокоится о моем здоровье. Понимаешь? Дуй. Индюк и индюк, а? Дон, купи глаз. Глаз свет отражает.
Ножичек подарили. Ножичек подарили. Кстати, Вагу твоего недавно видел, да. Где лучники, засранцы, где они? Где репу жрут? Лети все! Опять весело? А так! Меч! Меч, мой друг! Эй, ворон, ну кто теперь гав-гав? Не научит и читать. Как не научить тебе читать? Гав-гав, да что? Ну как, теперь никак. Барон Пампа дель Бауно-Арканара не был судим большим королевским судом, не был отравлен ядом горной осы или казнен на площади. В него просто вогнали десяток стрел и бросили в помойку. Сверху на него уже скинули гнилую репу и скисшую корицу. Скоро ночные нищие сдерут все с его огромного, сильного белого тела. На чем мы остановились, а? Отпусти меня. Так же невозможно разговаривать. Без кобыл зачем? Я задаю вопросы, а? Ты не отвечаешь. Я спросил тебя. Сать не может. Если бы ты был богом, что бы ты сделал? А? У меня бы не было проблем. Да черт Смочи. Вас возьми. Задрали совсем. Тяни. Не дают поговорить. Тяни. Ну давай, писай, писай, писай. Ну давай, писай. Просись уже и поговорим. Никак. А? Главное не думать об этом. Надо расслабиться. Жопе надо. Ну, а если бы вы могли посоветовать Богу? Допустим, он сам спросил тебя об этом. На веревку он сам. Это же не ересь. А? Я бы сказал, создатель. Ну, зачем ты на мои спор? Убили двух рабов, но это не мы. Мы ведь офицеры ордена. Пошли спать. Допер умник.
А этот все еще это. Да ладно. Я бы сказал, создатель, дай людям все. Ну, сколько можно, а? А нет, это не пойдет на пользу. А? Ну, слава богу. Это не пойдет им на пользу, потому что сильные отберут у слабых. Дай бутылку. Зачем ты мне даешь пустую? Я бы сказал, как же ж таких, чтобы неповадно было сильным проявлять ее. А когда будут наказаны сильные и жестокие, их место займут сильные и слабых. Ты прекрасно это знаешь. Оказывается, ты дурак, Будах. Пошел вон. Зачем ты мне? Чего ты на меня орешь? Пшел молчу! Я сейчас прыжну. Я сейчас брызну, и лица нет. Я бы сказал, создатель, если ты есть, сдуй нас, как пыль, как гной, или оставь нас в нашем гниении, уничтожь нас всех, всех уничтожь. Держи. Уничтожить этого запросто. И вшивых, и черных, и даже детей. Сердце мое полно жалости. Я не могу этого сделать. Ладно. Пошли домой. Очень много. Серых было очень много. Он был в твоей рубашке и стрелял с лестницы. А он был в твоей рубашке. Она ему была очень велика. А они серые накинули петлю на шею и задушили его. А потом пришли черные и стали вдруг убивать серых. И что? О, один черный дал мне вот это. Видишь? Зачем? Не трогай, не трогай. Не трогай руками. Видишь вот это? Табличку. Здорово. Сказали, чтоб я завтра веселую башню. Зачем ты это взяла? Видишь, что мне дали? Да, сказали, завтра. Сказали, чтобы я завтра пришла. Да. Отдай, не трогай. Отдай. Он там сидел, там. Все огурцы изгонял. Бочку под Рацова забрался поразить. Правильно знает, там. Ну, весь обфунил. Хозяин, было у меня кобыла, а вот теперь хомут. Выбрось ее. Пошли все вон, я буду мыть зад. Тебя ж повесили, а? А как бы я пришел, если повесили? А действительно, как же ты пришел, Арат, если повесили?
Горбатая ратлина. Калеке угодно гора. Ты калека? Он бедьмом все видит. Сначала мои мужики поверили одной девственнице. Да. Старый, блядь. Дон, Дон Мужицкий. Бери выше, выше бери. Колбаса не умеет. Я думал, он больше. Горбатая а потом поверили монахам. А те сейчас вешают за яйца между тормашками на тех же самых деревьях. По всему урочищу. А, я чуть не забыл, что ты у нас бог. Зря. А вода тут и холодная. Сделайте воды. Погорячее. Ну, как-то вешали меня старой галере. Курицу поймал. Откроешь клюет. Ну, я вовремя успел, Дён. Не соскочил. Был у них один капитан. Да. Любезник. Ангел, иди сюда. А? Слепяйся. Да брось ты. Тебе одного-то много. Ты что? Вез этот воск, как лошадь. А потом пустил за признозри. И сдох. А иначе как? А иначе как? Богу трудно. Тебя огорчить. Ты сегодня отдашь нам свою огненную колесницу. Вот эти свои рубахи. А утром станешь во главе нас. А иначе? Иначе что? А иначе у тебя белый мягкий живот и пупок, в который, если ткнуть, то будет пук. Берем химушу Сиря. Лопаются. Пупочек. Ну ладно. Боюсь, это будет непросто. Да очень даже просто. Птичка. Это к деньгам. Полетишь к своему папашке. Как птички. Ушел отсюда, ушел. Так, а воды нам хватит, а? Подержите кто-нибудь чего кошелек. Рад.
крыльцо. Дай-ка сюда. Да не это. Ты сам этого не знаешь. Видишь, как вырядился, а? Нормально добрался? Нормально. Я не стану добывать тебе трон. Это правда. Сейчас прав. Прав сейчас. Выжег бы эту золотую черную нечисть до 12 колена. Это вы делать умеете. Это вы умеете. Это вы умеете. А землю бы раздал своим. Ведь так? Ну? Кто там пришел, а? Умник. Я его знаю, он дурак. Давай еще поливай. Лей, лей. Че? Ага. Кожа человека состоит из мельчайших дырочек. Он ими тоже дышит. Если залить человека дегтем, то будет тюпем. Дарю. Умница наша, Рада. Без этого тебя не выпустят из города. Скажи мне. Скажи мне, Рада, вот ты раздал землю своим, а кому в этом мире нужна земля без рабов? Вот скажи мне, кому в этом мире нужна земля без рабов? Появятся новые рабы, появятся новые виселицы, новые золотые, новые черные. Все появится заново. И появится новая Арата. А Бог ничего не сможет сделать. Тоска. Я бы никогда не допустил этого гнида. Ну-ну, тихо. А ты ничего не сможешь сделать. Все бы допустил. Все допускали и будут допускать. Тысячи лет. Что делать нам? То же самое, что всегда. Раз, два. Бздынь. Тварь, рыжие твари, все. Муга, познакомь его со своим табачником. Ухо не подружится. Гоните его палками через скотный двор. Мало. Поверь.
Крац, крац. Хозяин, черные с табличкой требуют. Так и знала. Все. Сейчас ушей настрижем. Да не дрожи ты. Дай спокойно поесть. Дрожи, дрожи. Рука болит. Хочешь? Пошел, дед. Ты пойдешь со мной и подтвердишь, что у меня мальчик в моем животе. У меня мальчик, внук, грана. Подумайте, подумайте уже. Без штанов не пойду. Пойдешь. А все штаны мокрые. Пойду. Восемнадцать поколений благородных предков. Королевская кровь. Без штанов. Без штанов не пойду. Дайте штаны сухие. Пойду воевать. Хочу. Я не хочу, чтобы меня намазали салом, как курицу, и сожгли. Не хочешь, не ходи. Хорек. Я их загоню в залив, в самую жопу. Обещаю тебе. Жаль, что ты не знала барону Пампу. Порядок в доме навела. Ну, нашла? Нет. О, эти. Дура! Ты дура! Черепаха в штанах мышей ела. Нашла, еще черепаху нашла. Шнурочки. Что? Шнурочки. Шнурочки? Что шнурочки? Ну что, дуреха, нашла мои мечи, а?
такая. Обните! Бог решил убивать! Будь в мяче! Ты все! Куда? Куда ты? Ты зубы пьет! Арима. Меня зовут Арима. О, такая не проблема.
Так, так, так. Курточка серебряная. Да не я всех привел. Знаете, все будут наказаны. Чужой какой-то вот монах. Да, такой народ. Вон выбилось. Там стоял, призывал. Я видел. С бельмом какой-то калека монах горбатый. Их всех, всех дураков. Чьи? Это запарю. А? Я око ордена. Ошибка ведь это, ошибка. Такая работа. Это ошибка. Чужой какой-то вот монах. Кровь, что ли? А, воняет. Что? А, создатель сам дал нам боль. Я тоже университетский проходил. Арима. Я око ордена. Руки скользкие. Скользко. Я всех здесь убью. И тебя убью, студент. Орденом не воруют. Всех. Господи, останови меня. Как не со мной. Не все призваны. Я тоже не могу. Сашнит, это только зачем? Вот вам подарок. Занимайтесь. Это трибунал. Вызовы в канцелярию. Да, веселая башня. Не смешно. Это тоже здесь. Что? Что я сделал? Я что мне хотел хозяин подтвердить? Пошел. Смерть. Вот. Это жизнь. Жизнь. Еще жизнь. Я еще не уходил. Вот, пожалуйста, ваше предназначение. Зуб не было. Киун. Жестяной улицы. Поношение ордена. Серьезно. И про вас нехорошо. А мы... Так, всех можешь этих помиловать, да. Козленка очищена. А чего бы тебе не подарить мне? Глупому Дону еще 200 уличных кривляк. Ты же вместо них кого-нибудь найдешь. Тебе все равно кого жечь. А? Ведь так, студент? Илья!
шпатиком. А? Наверх! Ребра! Фу, чуть ниже еще. Еще цепь! Докачать! Пусть дерьмо течет! Сердце у спрута. И есть ли у спрута сердце? Кажется, я слеп. Офицер. Флюк. Здесь всегда флюк. Фу, однако. Какой же ты, однако. Пусти, ткну. Здрасте. Ладно, объяснитесь. Яйцо.
Мухи, мухи, мухи. Во! Это раты горбатые есть. Ну что, физенька с бельмом? Подпротух. Ну, что ж ты, барышня, не пожалел? Скотина. Это коровий. Острелоту не умеченная. Виперы, дурак! Это вепрь! Это коровий. Вепрь! Да, это коровий, скажи. Это вепрь! Это дарло! Это вепрь! Пшел! Говори! Брось его, он намучился. Вепрь! Это рата, барышня-то. Климу-то на стреле такое же. Ну что, выманивал Румату на черных, выманил дурак на себя. Еще яйцо. Я позову! Ну! Все монеты, кондор! Я увидел! Там блестит. Что? С вами на землю не полечу. А, не блестит. Не, на землю не полечу. Глуп, Пашка, зайдешь за спину, пожалеешь. Вот и хорошо. Видал, как я здесь научился?
Ну, Саш, нет так нет. Вообще, знаешь что? Ну что, Мерин старый? Это не моя. Это твоя работа. Теоретик, хрен. Ты дерьмо! А ты зачем здесь? Дерьмо, птица сил! Жизнь всей кошки на земле тебе обеспечена! А может быть и в тюрьме! А ты вор! А может у тебя вообще опухоль в мозгу в лобной доле? Ты вор! Ты дерьмо, птица сил! Ты дерьмо, дерьмо, птица сил! Напомни! Ты поедешь в кошку! На, прими. Он же вор у тебя. А ты все перчатки раскидываешь. Пашка, у нас дуэль. Дожили. Бог, он ведь тоже устать может. Практик хренов. Валите отсюда. Я спать хочу. Валите. Ну-ну. Говорят, ты... Ну что, ты ведь книжки пишешь, а мысли нет. Вот одна. Там, где торжествуют серые, всегда... Подожди. Там, где торжествуют серые, всегда, всегда в результате приходят черные. По-другому не бывает, запомни. Все, теперь вали. Вали, вали, давай. Слышь ты, если будешь писать про меня, то, а уж писать, наверное, придется, то напиши, что, что Богом быть трудно. Чего зря не скажет. Брось. Он на меня не смотрит. Чего ты на меня не смотришь? Не ори. Ну посмотри же на меня. Да не топчись. Эти университетские бегали вокруг вышки, орали. А то ты ни за что летать не хотел. Пьянее пиво. Дон Леонардо, Дон Толстяк, они же сами друг друга. Вот. Доски такое. А если ну что? Да так. Так, так, да.
Муга, Муга, а что говорит твой табачник? Где он, а? Вышел из дома и никогда не вернулся. Бывает. Но ты его найдешь? Я же велел снять колодки. Почему вы не снимаете колодки, Рамбо? Сейчас сниму, вот сейчас и сниму. Да. Ну ты охренел! Раскатались, сапожище. И я когда-то тоже вышел из дома. Как он? Или когда? Не вернулся. Уди, Богородный. Уди, Богородный, а то крысот наш бог. Это музыка.